Пришедших на концерт нельзя назвать зрителями. Кресла в зале стояли полупустыми. Впрочем, это совсем не значит, что концерт «Арии» не удался. Удался еще как. Просто настоящие фаны не нуждаются в сидячих местах. Благо, возраст позволяет стоять на ногах полтора часа. Любителям «Арии» от 10 до 30 лет. Молодежь ринулась к сцене поближе к кумирам. Особо шустрые пытались даже залезть на Дружбинский помост. Помешала охрана. Арийцы в перерывах между песнями признавались в любви к брянским меломанам. Последние отвечали взаимностью. Песню «Зомби» музыканты исполнили в масках. В общем, «Ария» дала достаточно оригинальный концерт. Понятно, что спеть все хиты за одно выступление невозможно, а хочется. Музыканты нашли выход, исполнив попурри по куплету из каждого хита. Финал выступления случился вовсе неожиданным. «Ария» вместе со зрителями спела скорее застольную, чем тяжелороковую песню. Стой! Ольга Ловина, Дмитрий Терехов, программа «Город».